Всем здорово, ребят, с вами Локи, мы продолжаем карьеру за футболистов PS18, и сегодня, возможно, будет уже последняя серия карьеры. Как я и говорил, что я снимаю эту карьеру просто посмотреть вообще, что из себя представляет карьера футболистов PS, поскольку, когда я приеду, 30 числа уже выйдет PS19, в конце сентября выйдет FIFA 19, и я буду снимать уже карьеры там, поскольку... Снимать как-то карьеры, продолжать в прошлой части, когда уже есть что-то новое, это немножко, мне кажется, странно. Ну, как мы видим, сейчас у нас таблица бомбардиров в итальянской серии А. Гонсало Хигуаин и Эдин Джека по 20 мячей забили. К моему удивлению, мы находимся на 17 месте с 9 мячами и являемся лучшим бомбардиром нашей команды, поскольку Петкович и Кин забили по 8 голов. Ну и... Как мы видим, вон тут Пауло Дибала 8, Бернардецки забил 8, Калинич 8. Так что мы, ребят, еще не самые худшие бомбардиры в итальянской лиге. Как мы видим, много здесь людей забивает много голов. И, в принципе, борьба шла практически до последних туров. Сейчас у нас идет борьба именно за 8 место. Понятное дело, что у нас далеко не топовый клуб. И, возможно, если бы мы, скажем, играли в Милане, у нас было бы больше шансов завоевать более высокие места. Но я считаю, что и для нашей команды 8 строчка – это, в принципе, весьма неплохо. Мы только вот буквально начали карьеру, и мы уже среди там... Ну, так скажем, неплохих бомбардиров в лиге. Сегодня мы в стартовом составе. Мы играем против Спала дома и погнали. Не забывайте, друзья, ставить лайки. Это мотивирует записывать еще больше видео. Я думаю, для вас это несложно, просто кликнуть лайк. Ну, а для меня это всегда приятно. Если действительно вам серии нравится, то это самая лучшая благодарность от вас для меня. Команда, ребята, выходит на поле. Мы уже боремся... И не за очки, а, можно сказать, просто играем сегодня для болельщиков. И попытаемся хотя бы дома победить. И последний матч в сезоне у нас будет против Ювентуса. Здорово, Черчи! Петкович! И вытаскивает вратарь. И удар по воротам, и гол! Отлично, доборолись до последнего. И забивает нас 14 номер. Зусулини. Скорее всего так. Возможно, я могу ошибаться, не знаю просто этого футболиста. Но здорово, мы пробили. Посмотрите, не выключились наши парни из борьбы. И вот здесь он выцарапал мяч. И уже в подкате пробил в угол 1-0. Кин с мячом, здорово! 1-1! И Кин не попадает в ворота. Хорошо, 3 очка есть. И отправляемся на игру против Ювентуса. У нас 58 очков. В принципе, нас Фиорентина уже не догонит. Даже если мы проиграем Юве, Фиорентине нас не догнать. Значит, в этом сезоне мы заканчиваем 100% на 8 месте. И давайте просто попробуем показать красивый футбол. В последнем матче сезона мы играем в гостях у Ювентуса. Только что завершилось соревнование Кубок Италии. Ваш любимый клуб добился следующего результата – выбывания во втором раунде. Это понятно. Сегодня тебя включили в стартовый состав. Ага. Ну, как-то запоздало вот это вот про кубок нам пришло. И мы выложимся по полной. Так что, видите, Irons уверен, что сейчас наша команда должна показать бой. В первом матче мы сыграли по нулям, ну а сейчас посмотрим, как все сложится. Трибуны окрашены в цвета Ювентуса. Мы приехали к ним в гости. И сейчас будем пробовать давать бой уже, можно сказать, чемпиону итальянской серии А. Здорово, Петкович! И перекладина! Невероятный момент. Вот так вот сразу ошиблась защита Юве. Петкович в перехвате. Увидел он нас. Сделал тонкую передачу. Мы били по воротам. Но спас вратарь. И мяч попал сверху на перекладину угловой. Отлично. Нет офсайда.
И Петкович забивает, и наша голевая, мы здесь не пожадничали, 1-0. Мы забиваем самому Юве. 10-я минута. На кураже сегодня приехала наша команда. Ну вот знаете, когда терять нечего, не боятся наши парни идти в отбор. И посмотрите, какой здесь пас. Мы продавили защитника. Тоненький пас на Петковича. Тот подработал и аккуратно проткнул мяч в дальний угол. 0-1. Заброс за спину. Успел вратарь. Красавчик. Айрон, здорово. И вытаскивает вратарь. Ну же, Петкович, второй, вынимай, вот так вот, кто здесь еще чемпион? Разрываем просто Юве, второй гол Петковича, 40-я минута. 0-2 на табло, я, конечно, все понимаю, что Ювентус чемпион, честно, заводит футболистов, но, ребят, к вам приехала играть команда 8-го места, и вы вот так вот себя ведете. И здесь Петкович, ну один, совершенно один. Мы здорово разыграли быстро стандарт, который мы заработали. И Петкович вколачивает мяч. Пока единственный опасный момент у Ювентуса — это удар Манджукича. Петкович. Третий. Вынимай. Хэт-трик Петковича. Вот так вот он вырывается, конечно, на место лучших бомбардиров команды, но кто бы мог подумать, мы никогда в сезоне не выигрывали так крупно, не пропуская, и это Ювентус, ребята, и это Петкович. А вот сейчас ошибка. Удар поворотом, вратарь. Красавец. Гонсало Игуаин. Перевод на Дибалу на правый фланг. 83-я минута. Дибала. И встретили его спокойно. Друзья, это финал сезона. И это какая-то невероятная победа над Ювентусом. Хэт-трик Петковича. 0-3. Ну и давайте посмотрим вообще, что нас ждет сейчас в конце. Должны объявить еще и состав, по-моему, в сборную. Возможно, нас возьмут, кто его знает. В конце сезона все, всякое может быть. Наша команда аплодирует болельщикам, которые приехали поддержать нас. Мы закончили на 8-й строчке. 2 очков нам не хватило, чтобы догнать Торино. Но мы с вами знаем, ребят, если бы были победы, возможно, не такой интересный был бы накал страстей. И мы получили то место, на которое наиграли. Где-то сами ошибались, за это поплатились очками, победами. И мы сегодня попали, ребята, в символическую сборную по итогам всего чемпионата. Все встречи в этом сезоне завершены. Мы финишировали на позиции 8. Вы получили титул «Лидер по голевым передачам». Был выбран в символическую сборную итальянской лиги. Страна Россия огласила состав своей сборной для участия в международном товарищеском матче. К сожалению, вас не выбрали. Сейчас посмотрим, на каком рейтинг моей команды. Мы, ребят, на 120 месте в рейтинге. И Спал, например, который мы обыгрывали, находится выше нас. Это немножко интересно, конечно, но смотрим, что дальше. Пока симулируем, пока ничего нет. Скорее всего, сейчас будет начинаться уже второй сезон. Но там трансферное окно, которое можно немножко посимулировать и попробовать посмотреть предложение. Возможно, кто-то нами заинтересуется. Спасибо за ваш упорный труд. Завтра открывается трансферное окно. Возможно, сейчас удачный момент, чтобы оценить пройденный карьерный путь. Время идет, ребята, но ничего не меняется. У нас матч очередной в чемпионате. Нас включили в стартовый состав и я, честно сказать, не знаю. Никаких переговоров у нас нет. Можно попросить запросить трансфер и, собственно, чего-то ждать. Но на этом мы серию закончим, ребят. Я надеюсь, вам понравилась эта небольшая карьера. Поддержите видос лайком, пишите комментарии. Ну а с вами был Локи, еще увидимся. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.